Участники городского конкурса «Педагог года» представляют все муниципальные образовательные учреждения. Так что конкурс в этом году самый масштабный. Мы расширили номинации конкурса. В этом году мы впервые вводим номинацию «Лучший специалист образовательной организации». В этой номинации будут принимать участие педагоги-психологи, логопеды, физкультурные работники, музыкальные руководители. Может быть, за счет этого в нашем конкурсе принимает участие такое большое количество педагогов. Жюри, профессионалы и общественность, которой не безразлично, как дела в наших школах и как растут наши воспитатели и учителя. Первое испытание «Я педагог» – это теоретическое представление своего опыта и представление самого себя. Второе масштабное испытание «Я профессионал» – это открытое занятие, методический семинар, мастер-класс и обязательно, конечно, совет педагога, что мы в прошлом году впервые попробовали. Ну а третье конкурсное испытание будет только для тех, кто займет первые три места. И оно, конечно, пока держится в секрете. Открывая конкурс, председатель жюри напутствует конкурсантов, отмечая, что главное – найти новых друзей, оценить и взять на вооружение опыт коллег, почувствовать благожелательность и поддержку городского профессионального сообщества. Друг, учусь в гимназии, ре, играю на фано. Ми, учусь я в колледже, фа, я замуж выхожу. Креативность на первом этапе конкурса приветствуется. Тем более, что творческий подход – один из критериев оценки. Презентации, видеоролики, автобиографические эссе и поэтические выступления. Педагоги стараются удивить видавших многое членов жюри. Приучаю их я к спорту, аккуратности, труду. Все, что знаю и умею, в души детские вложу. Критериев оценки каждого этапа несколько. Они совпадают с критериями российских педагогических конкурсов. Профессиональные испытания учителей и воспитателей Ивантеевки «Педагог года» продлятся до декабря.